Дорогие друзья, сейчас мы с вами будем говорить о такой проблеме, которая сопутствует нам с вами в нашей жизни постоянно. Это о проблеме наличия паразитов. Сейчас уже все цивилизованные люди знают о том, что паразиты вызывают огромное количество проблем у нас с вами по здоровью. И сейчас норма жизни любого цивилизованного человека хотя бы раз в полгода проводить очищение организма и пропивать антипаразитарную программу. И я, исследуя рынок антипаразитарных препаратов, как специалист с 30-летним стажем, остановила свой выбор на таком препарате, как антигельминтный сбор Беркова. Почему? Очень мощный состав. Состав, который влияет и уничтожает паразитов на любой стадии их развития. То есть это и яйцо, это личинка, и это взрослая особь. Препарат очень мощный. Чем мне он еще нравится? Тем, что его прием достаточно кратковременный. И за это время, пока мы выпиваем вот упаковку данного препарата, мы эффективно решаем проблемы с паразитарным отягощением нашего организма. Антигельминтный сбор Беркова обладает очень высокой противопаразитарной активностью в отношении как круглых червей, проживающих в нашем организме, так и плоских, то есть это ленточные черви. И также он эффективен в отношении простейших, то есть это лямблии, которые лямблиоз является вообще очень распространенной проблемой, приносящей массу проблем для здоровья человека. Поэтому, друзья мои, о составе антигельминтного сбора Беркова вы можете прочитать у нас на сайте. Моя задача просто сказать о том, что существует вот такой замечательный препарат, который решает проблему с наличием паразитов очень быстро и очень эффективно. Более того, отзывы наших пациентов огромного количества, что решаются вопросы не только противопаразитарные, да? Многие говорят, что смягчается стул, немного учащается, но он оформленный, то есть нет никаких каких-то вот тяжелых проявлений, да, от этого учащения стула, но тем не менее смягчается стул. И огромное количество отзывов о том, что когда люди начинают принимать антигельминтный сбор Беркова, у них начинают подсыхать, высыхать и отваливаться, отпадать папилломы, находящиеся на теле. Хотя с точки зрения состава противовирусных трав в нем фактически нет. Это говорит только об одном, о том, что препарат, кроме антипаразитарной активности, еще обладает выраженным иммуномодулирующим действием и действием восстановления и повышения защитного ресурса организма. Так что, друзья мои, в качестве противопаразитарного средства я всем рекомендую антигельминтный сбор Беркова. И, друзья, обратите внимание на этот сбор те люди, которые страдают аллергиями и бронхиальной астмой, потому что очень часто бронхиальная астма – это одно из проявлений тяжелого аскоридоза. Если вы задумаетесь об этом, да, и захотите узнать подробнее, просто зайдите в интернет и прочитайте цикл развития аскариды человеческой. У аскариды есть одна из легочных стадий ее развития, когда личинка аскариды живет в дыхательных путях человека, в легких, в бронхиальном дереве. И поднимаясь по бронхиальному дереву, она вызывает очень сильное его раздражение, воспалительный процесс, отделение слизи, спазм бронхиальный, и это мы видим как проявление такое, как бронхиальная астма. У меня масса пациентов, которые страдают бронхиальной астмой, и при использовании наших комплексов очищений, в том числе антипаразитарных программ, они получают замечательный результат, вплоть до ухода с гормональных препаратов. И я считаю, что это просто очень важно, и это необходимо каждому человеку, который страдает от этой проблемы. Так что, друзья мои, антигельминтный сбор Беркова – великолепный противопаразитарный препарат, который даст вам выраженный оздоровительный эффект.